В бассейне 235-й школы Адмиралтейского района прошел водный праздник. Седьмые городские соревнования объединили пловцов с разным состоянием здоровья. Дистанция 1, 25 метров вольным стилем, а вот пловцы все отличаются друг от друга. Им от 7 до 16 лет. Они из разных районов города с разным уровнем подготовки и состоянием здоровья. Заплыв в одной чаше на одних дорожках позволяет детям увидеть и понять, что в воде одинаково свободно могут чувствовать себя спортсмены как с ограничениями, так и без. Это вполне возможно. А чем они отличаются? Ну, кроме того, что у одних подвижность больше, у других меньше. Человеку с ограничениями, естественно, помогают. Помогают волонтеры. Есть, ну, некоторые дополнительные условия, которые позволяют им соревноваться на равных. Понятно, что один в один они не могут соревноваться. Но, с другой стороны, если мы вводим определенные поправки, то это вполне возможно. В этом году в бассейн приехали около 100 человек, что на 20 больше, чем в прошлом. Адмиралтейский район представляли сразу 4 команды по 9 пловцов. Зачет только личный. Впрочем, эти соревнования больше праздник, чем турнир. Вне зависимости от секунд и занятых мест, каждый, кто вышел на дорожку, получил в подарок плюшевого медвежонка.